С сегодняшнего дня можно? Или нам еще надо подождать месяц или еще пару недель, чтобы вот эти вот издания не писали подобные статьи? Причем, знаешь, самое интересное, они вот эти статьи написали, блогеры большой руки, как Колька Соболев, еще там я забыл, все побежали срочно извиняться, удалять свои видео. Ну что там? Ну так вот, это не специально. Надо обратно повесить. Да надо? Как это достанешь-то? Надо было ловить быстрее. Ой, блин, а. Слушай, нас за экстремизм не закроют после этого. За что? За экстремизм, что, не слышал? А в чем экстремизм? Как в чем экстремизм? Тебе менеджер партнерских программ пишет, что как бы ты охренел на ровном месте, у тебя обзоры банят. А здесь спрашиваешь, где экстремизм?